своей профессии. Был вынужден претерпевать тяготы лишения, ползать по каналам, бежать под рудаевским обстрелом. А что делать? Война? Жить оба за жало. Жить оба за жало. Это взяли всех решить, такую физиономию я съел. А? Вы сейчас в зеркало видели? Мы тебя в зеркало не видели уже 45 суток. Извините. Репу отъели, Репу. Не репу. Как и положено. А, можно, как положено по уставу. Да. Мы должны быть сытыми, упитанными и уверенными в себе. Правильно. И уверенными в победе нашего дела. Но и как я прошу всех к столу. Если такое... Ребят, вот здесь сейчас остались, к сожалению, не полный состав того, кто собрался на этот праздник по поводу провожания меня туда, к себе домой, моей любимой жене, молодой жене. Мы только с ней полтора месяца назад расписались. Да, вот. Да, но, тем не менее, да, пресса немножко опоздала, но это не важно, не важно. Все равно, я прошу вот нашего оператора, который фиксирует все наши будни, тяготы и лишения, которые мы здесь переносим, крупно запечатлеть планом каждое лицо этого сотрудника, который здесь переносит тяготы и лишения, который выполняет свой офицерский или сержантский, ну неважно, свой милицейский долг перед Родиной, перед нами всеми. Вот. Спасибо им всем. Я благодарю любого из них, кто пришел проводить меня домой. Яков? Да. Любого. Спасибо им каждому. Да, приятно тебя видеть. Вот. Спасибо нашему водителю Виктору. Виктору из Тюмени, который нас возил мягко. Мягко и ярко. Спасибо вам всем. Да? Я вообще объяснял. Вот это же то. Меняю самый главный, да? Завтра вот народ, единственный народный следователь, который... Единственный следователь, который вижу за свои 11 уже лет работы в милиции, который выполняет свой служебный следовательский долг, ползает под пулями в кувете и стреляет в автомат. Что за следователь? Война. А я участвовал первый раз вижу. Леха? Да, что могу сказать? Ирина! Дядь Леш, завтра я с тобой посмотрю вечером эту пленку. Дядь Леш, а я вижу первого следователя, первого участкового я видел, вот это самый первый следователь. Он там, да, вот, там, в тройке. Нет, а я, вот, а я вижу первого участкового, вот. Я тоже. Вижу первого, который ползал под пулью со мной, к вам я спускаюсь. Не-не-не. Кивал и набивал. Магазинчик, а который кончил. Вы шапкуете хотите. Поэтому я могу сказать. Спасибо. Скажите, можете, блядь. Она приятна, да? Живы будем, не поврем. А вот мой командир второй разыскной группы. Анатолий Собак. Который вел нас в бой, как товарищ Будённый. Вел и вывел. Главное, вывел. Вывел. Вернул нас с женам. Седые запутал. Вот. Что могу сказать? Вы, а вот это наш водитель Руслан. Водитель! По прозвищу Дизель, который нас вывез из-под обстрела, который героически вырубил. Чтобы отвлечь все внимание от колонны, от всех нас, залегших в кувете, первый свитер героически вышел под обстрел противника, блек. Да те же дострелять перестали. Потому что он был в белом свитере, они уже, не знаю, то ли стрелять, то ли сдаваться. Собирают вообще пули и все на свете. Вот он вывез нас оттуда всех. Показал вот так. Вот так. Стрельба закончена. Ирина, вот надо на стене. Он вернул нас всех к ней. Меня одного, сиди при чем. Меня одного вернул к тебе. Спасибо. Подожди, ты здесь бываешь.